Традиционная акция «Мы, граждане Беларуси» приурочена к знаковой дате в жизни нашего государства – Дню Конституции. Основной закон нашей республики был принят в 1994 году, а ровно год назад в силу вступили изменения, принятые по результатам всенародного голосования. Символично, что прошел ровно год, как вступили изменения в Конституцию Республики Беларусь, принятые на нашем референдуме. Действительно, нашим деткам будет впереди именно с этой конституцией будет важно и нужно принимать важные решения. Получив определенное образование, получив опыт, именно им строить и сохранять нашу любимую Беларусь. Безусловно, это честь и это очень ответственно быть гражданином. И нужно осознавать о том, что быть гражданином – это еще и ответственность, даже в столь юные годы. Участниками акции стали юные жители Ленинского района Бреста. Им уже исполнилось 14 лет. И поэтому ребята получают свой главный документ – паспорт. Это активисты и отличники учебы, спортсмены, представители мемориальных отрядов. Словом, активная и талантливая молодежь. Ну, сегодня вручают паспорт в таком месте. Очень приятно, обстановка очень хорошая. И очень надо важно знать свои права и обязанности. Я очень рада такому мероприятию. Мне тут очень нравится. Я когда пришла сюда на Гефест, здесь все очень красиво. Торжественное собрание состоялось в актовом зале предприятия «Брестгазоаппарат». Выбор места для проведения акции не случайен. «Брестгазоаппарат» является главным предприятием холдинга «Гефест», изделия которого известны не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Поэтому для ребят организовали экскурсию для того, чтобы познакомиться ближе с производственным процессом.